Всем привет, друзья! Рад вас видеть на канале. И у нас сегодня с вами на очереди обзор одной довольно интересной игры. Игра небольшая, но это такие ужасы. Логическая игра. Нам предстоит тут выполнить несколько заданий. Ну что, давайте поскорее приступать к игре. Игра очень атмосферная, с хорошей графикой. Ну, жалко, что короткая, но давайте возьмем свечку. И вот здесь ее поставим, чтобы посветлее было играть. Так, надо посмотреть вообще, что это такое. Это фигня. Так, вижу ключ. О, отлично. Так, здесь какое-то колесо крутящееся. Так, ну тут передвигаться никак не может, к сожалению. Теперь на этом месте стоит. Так, ну вот здесь явно нам надо будет сейчас вставить какие-то вот эти красные штучки, как раз это две. Кинзистовые штуки. Оп, да, сюда это все ставится. Так, все включается. А, вот. Все, свет мы включили. Так. Только это мы взять не можем. Ой-ой-ой. Руку нельзя туда засунуть. Так, ну что? Эй-эй-эй! Блин, нифига себе, это что такое? Это камень. Прикатился. Что за звуки? А, вот нам надо сюда его поставить. О. О. Ты что, буянишь, что ли? Буянишь, что там? Так, а мы в этой коробке, получается, оказались. Там стояли, смотрите, кровь на полу. Так, давайте. Мы это сюда мы ставим. Так, они погасли. Так. Ой, ё-моё. Тут паук. Так, что нам надо сделать? Нам, наверное, надо цепь. Я ключик-то возьму. Вот, ты чё, блядь? А ты... Ключик-то мне, блядь. Блин, у меня... Блин, чем... Блин, я погиб. Меня какой-то паук убил. Так, ладно, давайте заново начнем играть. Так, опять у нас тут все темно. Вот, пока свечку на стул поставим. Транзисторы. С первого раза у нас не включалось. Так, это надо вытащить. Ключ, ключ! Так, угу, значит, он нас собрал. А, вот у нас это пришло. Так, не так. Оп, оп, все. Значит, здесь оказались эти колодки. Так, ну что, нам надо сейчас будет как-то отвалить, забрать ключ. Вот это паука. Ну давайте попробуем. Так. Оп, вытащим. Ой, она опять не сопускается. А, это нам. Вот так вот. Попробуем. Ой, мутанты тут пришли.
Вот так ты это получаем. Так, все, он убежал. Что у нас? Что нам дальше хотим делать? Вот смотрите, ключ. Нам надо его вставить. Вот, все, что-то у нас тут опять выдвинулось. Какой ларец. Все, понятно. Нам надо их, значит, совместить сейчас будет. Вот так, да. Так, да, все, нам надо совмещать, значит. И сзади у нас еще есть. Так, все, да. О, и нам сейчас покажут фильм. Ну, похоже, это все. Вот такая вот игра. Да, все, игра закончена. Ну что, ребята, вот такая вот игра, довольно интересная, коротенькая, логическая. В принципе, стоит попробовать. И новичкам тоже подойдет, тем, кто хочет себе немножко, так скажем, пощекотать нервы. В принципе, интересная, хорошая игра. Ну а на этом выпуск будет закончен. Ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал, делитесь этим видео и напишите в комментариях, понравилась вам ли эта игра, понравился ли обзор этой игры. Ну а на этом все. Всем пока.